Хаба. Все туда-сюда бегаешь. Я мечта. Почему? Добрый вечер, спасибо, настроение хорошее. Ну, давайте пообщаемся. Хорошо. Живу в Волгограде. Ну, мы же общаемся, Александр. Ну вот. Ну, что о себе рассказать? Что хотите, Марсель, услышать? Чем я по жизни занимаюсь? Сколько мне лет? Биографию мою? Что хотите слышать? Скажите. Чем занимаюсь я в свободное время? Свободное время я занимаюсь чем? Гуляю, выпусти люди, общаюсь. Читаю книги, слушаю музыку, катаюсь на машине, 29 лет. Если в плане работы говорить, я работаю юристом. Вот. Что еще сказать? В принципе, достаточно. Изначально называть, говорить, да? Изначально я люблю, когда мне дарят подарки здесь. Скажу по-честному.